Так, продолжим работать над нашей силиконовой формой. Силикон наш подстыл, два слоя нанесли. Наносим следующий слой. Работаем этот раз силиконом супермолд беленький. Супермолд 30 это будет. Потому что силкотин у нас кончился. Силкотин у нас тоже был 30. Так что приблизительно они одинаковые. Может быть, даже они производятся на одной фабрике, как утверждает производитель. Не производитель, а продавец. Покупал я его в НГК маркете. Силкотин. Вот. Что этот 30-й. Не, думаю, здесь никакой разницы не будет сильно. Усадки оно не даст. По жесткости они одинаковые. Даже в некоторых видео видел, что ребята используют два вида силикона. Один более мягкий, другой более твердый. Для использования, для создания силиконовых форм. Значит, на этом этапе мы еще не армируем, а вот на при следующем нанесении силикона обязательно будем армировать. В общем, достаточно быстро нанес силикон. Вот. Угу, пропустил, да, маленько. Пропустил. Ничего. Преимущество разных цветов, да, сразу видно, где нанес, где не нанес. Ну ничего. Вот. Ждем высыхания этого слоя. И когда он подсохнет, уже начнем наносить четвертый слой будет у нас. И на том слое будем на четвертом армировать. Армировать ушки, шапку, хвост. Ну и так по мелочи. В общем, ладно, ждем, когда силикон высохнет.